Кто из нас не встречал на дорогах видного веселую зебру Марти из мультика «Мадагаскар» и ее помощников, напоминающих пешеходам и автомобилистам вместе с сотрудниками ГИБДД о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах. Но мало кто знает, что помогают стражам порядка юные актеры театральной студии «Каникулы» из Центра детского творчества «Импульс». У нас проходят различные мероприятия, интерактивные программы, музыкальные спектакли по правилам дорожного движения. Также мы активно очень участвуем с сотрудниками ГАИ в различных акциях. На сотрудника полиции все равно наши участники дорожного движения реагируют, ну, наверное, более строго, с каким-то внутренним, наверное, беспокойством, когда их останавливаешь. А когда с нами находятся вот такие вот представители, помощники молодые, да, то водители уже по-другому воспринимают информацию. Ну и благодарят, опять же, за активное участие ребят. В роли зебры Марти, например, уже четвертый год выходит на улицы города юная актриса Яна Ивлева. Мне очень нравится тем, что я могу донести до детей то, что в игровой форме, что надо соблюдать правила дорожного движения. Это очень важно в наше время. Лучше начинать с детства, вкладывая эти знания в ребенка, чтобы в дальнейшем он уже не совершал ошибок. В преддверии Нового года сотрудники ГИБДД решили поблагодарить Яну и других юных актеров студии за помощь и совместную плодотворную работу. Вести сотрудниками ДПС работать на дороге – это большой-большой тяжелый труд на самом деле. Даже то, что научно 15 минут, на 20 минут – это очень-очень большой серьезный вклад. Поздравляем вас с наступающим Новым годом, ваших родителей, близких. Самое главное, желаем вам здоровья. Стражи порядка совместно с представителем Красного Креста вручили юным актерам благодарственные письма и памятные подарки, а также выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.